Друзья мои, доброе утрице. У нас утрица. Такой вот букет сирени на столе. Муж вчера мне сорвал. Кофе делает. У нас утро. И мы собираемся попить чаек. Пока еще не позавтракать, потому что надо попить и идти управляться. А потом будем собираться в поездку. Слушай, а ты кофеёк, а я тоже что-то это... Кофеёк захотел? Угу, с молочком-то. Ты мне чаю сделал, спасибо. Да. Давай, делай. Так что, девочки, будем чаёвничать. И поедем. Выйдем на крыльцо. И посмотрим в небецо. Небка наша чистая. Песня, девочки. Погода у нас прохладненькая. Птицы поют. Саша, красота, девочки. Ночью сюда выходишь, холодина ночами, но птицы поют, прям красота. И лягушки квакают где-то вдалеке. Так, ладно, любоваться, красоваться, идти надо управляться. Какую-то газету тебе, дорогая, прислали? А присылаю всем. А, кстати, в тот дом тоже прислали газетку. Что за газетка? Ну-ка покажи газетку. Здоровье. Газетка. Вот оно, наше утро. Один пришел, почему? Вон мама-то, иди давай. Так, хозяин. Давай, иди, красавка, сейчас. Так, все, мы тут все сделали, ты мне давай одну-то козу. Ты что, тоже идти хочешь? А что, ну пока дети спят, так я это поведу с тобой. Молотка ничего нельзя. Давай возьми тогда пока, давай. Муж одел плащик. Плащец! Чтобы вытащить нашего финика. У нас финик ночью, видать, или когда там залез в кормушку. И сидит посиживать, да? Пока стун. Вот зачем было в кормушку залазить? Что, пойдемте тогда? Давайте пойдемте потихонечку. Ну, он нас догонит, хозяин-то. Шагаем. Пойдемте в нашу рощу. Что-то пожарное. Пожарная. О, спортсмен. Спортсмен. Обидаешь? Ну, держи. Какую-нибудь забирай. Давай. Какую? Не знаю. Так, ну-ка, чтобы они не запутались. Или уже запутались. Ну-ка, давай, пропускай ее. Ой, он уже все. Рябинка отцвела. Сирень тоже отцвела. Так что в рощу в нашу сейчас травку жевать им. Найдочка лежит, отдыхает. Найдушка. Вот так вот. На травку так как бежим. Да, красотки? Писали, девочки, спрашивали как-то. Где у вас коровы? Съели. Прекращай давай, финик. Где у тебя муж коровы? Там. Коровы, девочки, уже пасутся. Все. Все пасутся. Все хотят кушать. Слава богу, трава нынче прет. Еды полно. Так как дожди у нас. Ну, сегодня погодка вроде как
Слава богу. Что говоришь? Да не надо. Вон что трава-то какая. Сам бы ел, ага, жирная такая. Хорошая. Она что упирает? Она не хочет идти. Роща наша, девочки. Травой пахнет. А травы здесь нет. Все выкосили. Подкосили. Ты бессовестный, а? То к тетке пристраиваться, то еще куда-нибудь пристраиваться. Ох, как полетит скоро пух тополиный. Хороша травка. Ох, что она меня тянет. Вон травка, девочки. Стою, стою. Трава, девочки, такая прям классная. Кушай давай. Кушайте давайте, красавицы. У нас сегодня, девочки, 10 июня. Мы с утра едем в Шадринск за Мариной. Муж, у тебя с понедельника отпуск-то, ага? Понедельник. Все. Ну, присаживайся, поехали. Куда? В коляску. Да болтат опять что-нибудь, да скажет он мне. Мы едем, Шадринск, едем. Поедем сейчас. Ну, где, видишь, картошка. 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 Рано садят, потому что. Рано садят, видишь, не боятся. Не боятся. Ну, прогноз погоды смотрят, может, не знаю. Прогнозу погоды тоже верить, знаешь. Некоторые его насажали раньше времени, картошка замерзла. Ну, а что? Да, такая вот. Картошка замечательная, большая. Корова, девочки, наша, вон пасется вдалеке. И Мишка. Корова Катька. И Мишка. Бычок. Надеюсь, что дождя не будет. Красота, девочки. А еду и ваши комментарии вспоминаю. Спасибо вам огромное за добрые слова, за пожелания. Огромное, девчонки, спасибо всем. Саша, ты мимо? Ты мимо идешь. Нынче зелено, да? Травка-то. А то в прошлом году идешь и сушняк. Не было тут вообще, было что. Страшное дело. Ты здорово бежишь. Мне бежать за тобой не хочется, потому что я с телефоном иду. Когда бежать начинаешь, трясется. Ой. Комментарий один в голове у меня никак не выходит мне. Не выходит. Саша, да? Иди сюда ко мне вот так вот поближе. Иди, мой дорогой, любимый. Твоя авторитарная жена тебя обнимет. Да? Аккуратнее, а то да, конечно. Мы тоже видим, газетки приходят. Всем газетки. Разнесли всем газеты. Всем. Сашка как-то сразу уходила в руки, только бегала за Сашкой. Расскажи, Сашка. Да сегодня бежала в поле за мной. Я говорю, ухожу и все. А я бегу и бегу. Так нагла все. Ну куда я с кувалдой убегу? Поймала, да? А ты что с кувалдой? Да так, для груза просто. Привык на работе-то, ага. Умотался ведь с этой работой, конечно. Сейчас ветром снесет, приходится груз носить. Где-то зацепиться можно кувалдой.
Сейчас отпуск, девочки. Отпуск, у меня отпуск. Весь отпуск будет спать. В смысле спать? А, у тебя отпуск? Вот ничего себе, а я-то думал, у меня отпуск. Ты забылся, что ты в отпуске? Да я забылся. Отпуск для жены. Да? Будет жена отдыхать. Может быть, водиться. Будет готовить. Кофе в постель. Угу. Ну, любит муж. Чего, конечно. Ну, кофе, постель, блинчики, оладушки там. Да ты что? Ну, конечно. Он раньше жарил оладушки, да? Да. Помнишь? А сейчас только есть люблю. Потому что я жарю. Я раньше не умела оладушки жарить. Делала вид, что не умею. Ну, когда жить начали, да? Что, мужчина взрослый, а я что, молоденькая? Я говорю, не умею, научи. Он меня все учит, 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 учит. А все без толку и без толку. Никак не да? Ой, так что вот так, девочки. Вот что, давай молочко. Да, они пришли, попили молочко. Да? Подъезжаем, девочки, к Шадринску. А погода здесь вот... Дождик идет, да. Дождик. Дождик, дождик. Дождище, да? Что говоришь? Ну тут сухо, слушай. Что-то как-то местами, что ли, ага. Странно. Там такой ливень пошел. Погода сегодня такая хмуренькая, видно по небу. Мы, девочки, приехали в магазин, светофор, заехали уже. Слушай, да к нам сейчас можно. Туда, думаешь? Погода здесь такая вот, погода, девочки, дождливая все-таки, хмурая. Вот. Дождливая погода. Да. Так что пойдем посмотрим, что там есть. Марину мы забрали с больницы и вот сюда, в этот магазинчик. Мы в прошлый раз здесь были. Пойдемте сюда, вот это, по лестницам. Папка-то пойдет с колясочкой. Сейчас посмотрим что-нибудь. Мы сюда, девчонки, зашли посмотреть самоклеящие эти плитки для коридора. Виталия просил стульчики. Стулья. Возьмешь? Ну возьми, возьми. Так, вот такие вот. Сейчас посмотрим. А кстати, они здесь тоже 189,50. Ну-ка. А вот эти и тоже такая же цена, как у нас. Ну а что, здесь только выбору немножко побольше. Нет. Несколько вариантов. Да? Возьми. Муж берет плиточки, девочки, а я смотрю, значит, вот такое вот кресло-гамак. Такой интересный, цена 1059. Вот стою и думаю, веревочки не очень, но сама как бы эта ткань и прошито все как бы вроде бы неплохое. Думаю взять. Калоши тут. Калоши. Такой магазинчик как бы не маленький, но мы второй раз здесь. Сейчас посмотрим. Все-таки хочется такую вот качельку. Мясо, девочки, тоже. Цены что-то только не видно. Ну-ка. На мясо тут цены нет, что ли? Что-то не видать. А я смотрю, сардельки или сосисочки. Что-нибудь такое по-быстренькому куснуть. Что-то ничего толком нету. Сосиски простенькие. Фрукты. Да. Огурчики по 40 рублей, слушай. Такие неплохие. Саша, а кулечки-то здесь? Или ты что? Пакет. Сливы. По 99. Слушай, а в прошлый раз по 140 были. Такие неплохие сливы. Так, перец, девочки, не посмотрела. По 159 рублей перец, кстати. Такой перчик. А мы, девочки, промялись и решили
пельменную сходить. Дальше, дальше, иди. Ты забыл, что ли? Мы с Толей здесь были. Заезжали тогда. Сколько раз ведь были здесь? Тут вот Пятерочка. Ну, и тут вот кулинария, или как она называется-то? Сейчас посмотрим. Кормят нет там. Ну, люди сидят вроде за столиками. Пельменная называется. Тут заездика-то нету, ага. Так, спит, ага. Угу. Ну так. Места есть. Сейчас покушаем. Так, соевый соус. Это нам надо майонез. Майонез это точно. Так, майонез, горчичка тут есть еще. Давайте с этой стороны. Так, можно, можно горчички возьму. Угу. Горчичка у нас по 15 рублей. Такая. Так, сок, морс, молоко. Ждем пельмешки, и у нас это все получается вот так вот. 4 порции. Ой-ой-ой, не трогай, тут кипяток. Я ему сок не взяла, кстати. Почему? Не трогай, сын. Я взяла его, рассчиталась за него. Майонезик вам, а себе горчичку. Спасибо. Пельмешки. Так. Это матвейки. Полпорции. Такие вот домашние, что ли, они? Домашние. А это богатырские. Такие вот вкусненькие. Будем кушать. Подъедем, ага. Да. Вот, девочки, погода наша. Потише, Саша, едь. Видимость никакая. Льет. А уезжали более-менее было. Более-менее. Дождя не было. Вообще. Ливень. Кошмар. Страшная дорога. Так, потихоньку. Че он помигал? А-а-а, тихонько. Ну-ка, смотри там, что. Какая видимость плохая вообще. Мы уже, девочки, домой приехали. Ой, все вот так вот подразложила. В светофоре покупки сделали. Огурцы по 40 рублей, девчонки. Сливы. Так, муж взял сыр. Пряники овсяные, печенье. Вот такое печенье какое-то. Флакон. Так, вот такое вот. Очень вкусное печенье, девчонки. Сверху как пряник. С шоколадом. Такие вот печенюшки по дороге раскрывали. Сушки. Сушки мы когда-то брали целую коробку, девочки. Они у нас ушли потихоньку. Так, йогурт Матвейка тут взял. Марина вот такие вот штучки выбирала. Ножи. Ножи что-то у меня заканчиваются. Так, еще вот такие вот продаются там. Лейкопластырь медицинский, бактерицидный. 80 с чем-то рублей. Не помню, девочки, в общем, недорогой. Лето впереди лето, ну мало ли, в общем, пригодится. Так, по 40 с чем-то рублей вот такие вот ватные палки. Жидкое мыло, а порошков нету. Посмотрела специально. В общем, так что не знаю. Но у нас пока, слава богу, есть запасик. А жидкое мыло взяла. Так, у нас с Рависа, значит, 2 курочки мы взяли. Фарш дешевый. Кстати, Саша, ты не знаешь сейчас, почем этот мороженый фарш? Ой, или ты общую сумму платила, ага. Так, филейный фарш по 300 с чем-то, мне кажется, филейный-то, ага. Да, 309. 2 килограмма.
Плюс колбаски вот такую взял. Экстра вроде бы, да? Да. Какая сокольская. Так, буду делать котлетки, супчик варить. Хотя у нас там рассольника немножко осталось. В общем... Я вообще сумму только знаю. Ну, на сколько ты вот это взял? На 1500 вот эти две Ровно? Курицы. Ровно? Да, две курицы. Ну, фарш. И три фарша. Три фарша. А колбаса Колбаска, тоже? Да. Ну, вот это вот такая вот покупочка из Рависа. 1500, офигеть. Ну что сделать? Курицы уже по 200 с чем-то рублей, ты сказал, за килограмм, ага. Угу. Хлеб вот такой взяли, это мы брали в пельменной. Девочки, там разнообразие хлебов разных. По 34, по 32 или по 34 рубля две булки взяла. Так что так, мороженое муж брал по дороге, растаяло. Вот такое мороженое. Думали, по дороге съедят. Съест, думал, но не удалось. И качель у девочки. Вот такой качеля-гамак. 1000 рублей мы ее взяли. А, панельки Виталия унес в тот дом и начал уже заниматься поклейкой панелей. Так что такая вот, девочки, у нас покупка со светофора. Ну, отведаем, попробуем сливы. Что за сливы? Ну, по 99 рублей, я думаю, что на компот, если так не съедим. Компот очень вкусный. Пришла, девочки, сюда, дом 2. И Виталия тут уже начинает клеить. Ну и что? Как они, сына, клеятся хоть? Просто клеятся. Я как понимаю. Наклейка. Не, ну по качеству, по клейке. Ты вот эти приклеивал, нижние-то. Там клей получше будет, чем у этих. Эти, кстати, подороже. Это мы брали в обычном магазине, в тройке у нас. Они 300 с чем-то рублей, мне кажется, или 200. Вот. А эти, что мы взяли? 189. В прошлый раз они были по 160 с чем-то. Мы у нас в светофоре не стали брать, думали, туда поедем, там подешевле, и мы купим, потому что нам надо 20 штук, Виталя посчитал, и 20 штук вот мы их приобрели. Так, ну чё? Занимайся, ладно, дальше. Я, не девочки, результата не жду, а то опять напишу, что надо конечный результат, мне ждать некогда, я вот сейчас забираю Маринины вещи, вещички, И приезжаем, девочки. С вами я прощаюсь, машу вам рукой. Всем вам огромное спасибо. Спасибо, девчонки, много-много раз. Вот, Виталя занимается здесь, в этом доме, своими делами. Вот, а мы будем размещать Марину. Готовить, кушать, отдыхать. В общем, работы, девочки, много. Так что всем вам огромное спасибо. И до скорых встреч. Всем пока-пока, девочки.